Ты от КФЛ или от команды? От команды Ротар. Ротар, да? Зачем Ротар здесь снимает? Пригласили. Да? У них партнер какой-то? Услуги небольшие. А, платно все? Конечно. Да? По сути, должен был другой видеооператор быть. Он пока занят выпускными. А ты видео, у тебя не съемка, он не фото? Нет, видео. Никита, ну пойди. Ёб твою мать. А вы какая команда? Твою. А вы с нами в следующий тур играете? Вроде бы, если не ошибаюсь. Нет, сел слез. Ферить можно. Все смотрели около защиты уже встали. Все уже обороняются. Уже обороняются. Сегодня матч не начался. Ну, первые 10 минут еще будет более-менее игра, а потом не начнется. Спокойно, Леш. Торопись, не торопись. Буш. Буш пьяный, что ли? Он всю ночь бухал, я тебе попросил. Он не пьяный, похмелье. Уже откровенные. Буш! Кто не пришел, просто надо за это не выйти, пожалуйста, вообще. Чтоб не заеду. Раф, жгони до центра всех! Поджимайте! Разрыв, смотри, в середине какой! Первый, бля, защитник.
Лёш, двигайся вперед, двигайся, двигайся, отрывайся от него. Thank you.
У мух истерика, ёпта. Молочек, ёпта, молочек. Направо в конце. О, вообще, вот так. Лёшка, оторвись, оторвись, спрятался же! Вынеси его сюда, Матвеевича. Лёшка, не таскай, не таскай мяч! Муха с рыбалки приехал, ёпта, да? Я говорю, поймал что-нибудь. Мы, говорит, даже червяков у нас никто, ни одна рыбка ни разу не тронул. Я говорю, вы пробовали трезвых червяков на Саше? Я не братан, я ему так скажу, вы где, бля? В аквариуме рыбалки? Слева, Коль! Коль, справа имей в виду! А вчера у него был корпоратив, я не знал, что он даже не ускоряется. Ему это не надо. Он лежал так и бежит, короче, что пасму дали. Он вообще жалеет, что он сюда приехал. Тут прыгать, бегать. Ему бы сейчас лежать и лежать, а здесь прыгать и бегать надо. Вон он, хули, руками обратно. Хорош, Коль, хорош. Хорош. Тащи, тащи, Лёш. Радик, отрывайтесь! Нападение, бля! Лёшка, останься, Лёш! Радик, зацепись, зацепись! Радик, за спинами не прячься! Проводи, проводи, Раш, проводи его! Стоит.
Никит, вы когда мяч у наших, вы от игроков к игрокам подтягивайтесь ближе. Я не понимаю, что ты мне говоришь. А мы вообще в футбол играем? Что мне делать? Я не Питер. Я не Питер. Ты только на меня сзади. Я не Питер, я люблю, когда у меня игрок сзади. Сзади меня. Пиздец, блядь. Бля, непонятно, то ли пас не точно, то ли игрок, принимающий его, не может принять по-нормальному. Либо игрок бухой. Дай, 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 направо, оп! Бля, я уж пиздецкий разговариваю, не убить. Оп, оп, оп. Ручки, оп! Достань, достань его! Видишь, он после того, как ему пас пошел, он начал забивать. Порвите их, порвите, ребят! Опа! Вот это фин! Вот это пасик был! Рука была. Че же не доделал? Ты вел, да? Он готовился тут долго. Че с рапортом вообще? Сейчас меня ближе. Бля, пацаны, ну что делать-то, бля? Хорош! Ты мне даже пушки нахуй. Блять. А он, бля, в него попал. Не, нет, вообще. Не, нормально, бля, я говорю, что там замену уходит. Чуть-чуть. Привели, проверь. Кто замену пойдет? Лео, кто у нас на замену уходит? Знаешь, лидер. Лидер обороны. Сейчас он гол забьет. У нас кровавая стрижка. Он ушел, войдя скорее. Кто ушел? Нет, ты что, выйди, он не ушел, не выйди. Два минуты. Че, он что-то банк? Да, да. Ну ладно, мяч ходит. Ребят, ударение, брат. Чисто ударение. Судья не должен был выпускать его, да? Пустить его не должен. Желтый? Взамен даже желтый награждается. А? Желтый должны давать за это, по сути. Удаление принимают. Если 12 игрок на поле, то красный принимает. Десятером кому-то положил играть. Наш прошлый раз так же еще удалили. У вас? Ну, с Гулзяповска прошлый раз. Пацаны, в прошлом не башню, мы играем, короче. Да, вас 20. Да, там один, короче, судья вызвал, короче. 12. А кого? Теперь попав? Нет, кого же он ловил, кого и ловил. А что так вас небережно отнеслись-то к замене? Не начал, да? И вот как Казань в этом году игрался, шел, то что ж такое, что это нет. Надо своих предупредить на всякий случай. Если должен двигаться, я занимался, что-то народа. Будешь вообще не тем зачем Все, спокойно. А, казалось, вот мы в следующей туре с вами играем, как будто. С Челси мы играем. С Челси? У нас три игры, три лидера. Первый, второй, третий. Вторые были, сейчас первый, потом третий. Бля, ну Челси тоже поедет. Я из всех команд, которые видел, короче, в порядке считаю, что это Янка Нерри, короче. У меня сделал понравилась команда вообще. Какая? Янка Нерри. А, в Д. Да, да. А, все, понял, какая это. Да. А вы играете что с ними уже? Нет, я уже не с ними играю, короче. Черно-белое означает, то есть все. Это идет, короче, вы не конец. Тан никакой уже. Тат-тат аэронавигация. Аэронавигация, да там одни, так взрослые ребята все играют, там вообще. Они вчера 4-0 сдали. Да. Еще ротару сдулись. Они нам вчера сдулись, ну, 4-0. Там вообще там... А у вас сейчас, как удивляет, что у вас нет игры вообще, что ли? Ну, удивляет то, что... игра наоборот появилась. Хорош, Лёш, то, что она появилась.
Удивляет то, что там слабее стал. В общем, ну, там, дело. Там вообще, ну это так, ну ребята, вообще, ну. Ты попал в прошлом году, я даже смотрел, одну игру здесь пришел, когда. Прошлый выходной играли. Там, ну их такие ребята все взрослые, как довольно. Я знаю. А там считай, это взрослые, но. Коль! Они вчера. Подтягивайся туда, чего зону держать. Сразу после. Ну, как начался второй тайм. Они сразу хоп, два мяча. Алёха! Два мяча подряд пропустили. То есть, ну, третий, четвертый. И после. То есть показалось, как будто они вот. Когда 0-2 уже то есть, закончился первый тайм, то есть, как будто уже вера потерялась. То, что все. А? Какого? А на кого менять-то? Влад! Че у тебя есть? Ты. Нет? У меня, Володь, твоя есть возможность, а меня и мне без разницы. Что вы, Дарик, говорили, что-нибудь обратно тебе? Лёва, блядь. Импульсивный ты парень. Нет, там вообще не на эмоциях, все было. На эмоциях. В той игре мы с ней играли когда-то. Только вот 7 номер. Что-то, блядь, жестко там стык был, и ты ему что-то. Ты, блядь, БК, а около 17 лет пизик, он стоит голый повис, и говорит, ты чё нахуй на него быкуешь, бичар ебаный, ну, спился, и нас обоих бытовой. Удалили. Да, а да, как по-другому тут, блядь, пиздец, я не могу, я вырос так, я друга обижать надо заступиться. Конечно, потом пожалел, блядь. Там Равшан был этот. Ой, Равшан пиздец, блядь, вообще. Не любит же он всякую. Он вообще нас не любит, он вообще нас не любит. Я тебе говорю, вот Вишу был штрафной, вот Санёк был, вот, вот он тоже сейчас удалённый. Ага. Врывается один на один, братан. Вот с угла, считай, выходит. Ему сзади бьют по ногам, прям явно. Равшан здесь в центре поля. Свистит, бежит в ту сторону, показывает, бежит, потому что все будет штрафной. Команда соперника, вот один ты мячом, все остальные там стенку начинают ставить. Ага. Все прям готовится к штрафному. Пока он до тут добежал, он передумал, ёпта. Отвечаю, прикинь, он просто передумал, он показывает в другую сторону и дает ему за симуляцию. Охренеть, бля, мы просто все в шоке, там же команда, которая, ну, против кого играли. Потом, да, Бастион в комментариях потом после игры пишет, бля, ребят, говорит, там, ну, чистый был фол последней надежды, нашего, говорит, удалять должны были за фол последний, а вдают, говорит, вашему, ёпта, желтого. Пиздец, бля. А, за вторую желтую, да? Нет. Там он врывался один на один в штрафную, фол последней надежды его ломали. Там буквально полметра до ворот, мы уж поставили мячик, там все, защитники подтянулись, прикинь. Это буквально минут пять уже идет мы осознание того, что мы сейчас штрафной будем бить. Он передумал. Здорово, Муха! Айрат, ты че в раздевалку-то? Терпи уж, Айрат! Пиздец. А? А, я думал, ты в раздевалку. Здорово! Дружище, как у тебя дела? А ты чё, у тебя сил нет, что ли? Я тебя не спал сегодня, да. Я тебе вчера предупреждал. Куда рыбачить гонял? На Геленджику ездить, да? На звонку какую? Поймёшь? Зяйди. Ты чё такой, зяй? Сейчас, казак у начала будет. Ага, понял. Ты чё, поймал какой-то? Ладно, пойдёт, посидели. Куда ты? Ради, хорош, не провоцируйся!
Радёк, не надо, братан. После гриппы пив попьёшь, нормально всё. Ты, бля, не тролли его, а ты не тролли. Готовься. Прыгай, перерывчики, ебаный бы холодненько. Падение, просто не то, что нет, его просто не существует. Рома Лев, Батте? Батте. Бля. Рано, быстрее куда-нибудь. Через центр. Куда-нибудь. Мы что-то куда-нибудь. Меня в детской спортивной, меня в детской спортивной школе бы сейчас тут же убрали бы в школе. Тут же вот просто замену надо. Куда ты выносишь через центр? Что за бред, бля? Развернись, походи, там никого не было вообще. Ну, конечно. Он в Алине уже, ты знаешь, что ли? Где? Он просто играл в Алине. Просто вот так сидел, как Влад вот так разминялся, сейчас Влад. Я в Олеге. Размялся. Я в Олеге. Он в Олеге. Он за Олега. Я в Олеге, пацаны. Или в Олег мне вывез. Не, я люблю, когда Олег сзади. Я люблю, когда у меня игрок сзади. Когда пострадывает меня, Олег мне бьет. Переведи, переведи. Хорош. Блядь. Ой, хуй, блядь. Да, он у вас основной вратарь? Нет, а еще один есть. А на сколько вы был? У нас три, короче, у нас три вратаря. И семь вратарей. Одному, короче, палец сломали. Нормально, а что? Ну пока это стоит, да? Пока да, то есть у нас сломали, короче, в третьей игре, что ли, палец, короче, мы сломали. В борьбе там. Первый раз, что ли? Нет, тоже вместо меня не удивляемся, бля, кому-то. Ну, такой лёгкий, даже третий, он, наверное, четвёртый раз. Кто смехал, что не полы. Не, ну того-то, да, конечно, мы потеряли. Это пиздец. Потери. Ой, блядь, вообще, я ему писался, я говорю, дадите выходные, я говорю, встречу. Приезжай, ты видишь, кто не трогает. Конечно, да, мне он. Я раз, вообще не спрашиваю, чего он. Сейчас скажу, кто есть вообще не соображаешь, а я будет. Один день лежал, выход. Один пульс. Алло! А что было? Сайт подка. Павлик такой чем, что мы, короче, его срубили, короче. Повернись, Никита, блядь! Где, блядь, спиной, блядь? Ну, блядь, Никита, блядь, везде поврит. По сезону этому сыграли вообще? А? Че, как сыграли по этому сезону? Какому? Ну вообще, уже победы, ничьи, чего. Мы в середине где-то сейчас. Да, там, одно, одно поражение. Два поражения. Не в тему вообще. А, проиграли в Фарту. Десятером они играли, мы им проиграли. Не знаю, как мы умудрились. Сам первый игровок. Проиграли в Фарту, короче, один. И проиграли, короче, чечевицы. Ну все просто нас перебьют, честно говоря, они молодые, да, ребята, короче, влезли. Чечевицы? Да. Мы им вообще дули 2-0 в первом туре. 2-2 сыграли. 4-2 сыграли. А, 4-2, да. За 15 минут выиграли. А. Ну видишь, они нас душили. Ну тут реально вообще некоторые результаты. Ну, у нас просто негласная легенда, типа, захотели побухать побыстрее, вот и выиграли. Выиграли, да? Десятая легенда, у нас просто побухает до этой игры. Просто выходные. Завтра играй, я в курсе, братан. Ха,
Хотя, кстати, когда с фартом играли, мне показалось, как будто вообще они нищие. Да, они мертвые. Да, не то, что мы там как-то бешеные, но то, что проигрывают там не должны 100%. А с F1 играли, что ли? Хорошо, пиздец, вообще не жжёт. У меня футболка вся на мокрая. Хорошо! Всё. Братан, давай. Значит, мы где-то с вами рядом находимся. Ну да. Лёш, до работы, Лёш! Хорош! Бля, зачем ты надо? Бля, вообще зря второй писал. Конечно, да нам наоборот подержать у нас. Девушка попала, Тащи, буш! Душа вообще сильно. Не, у меня все. Ну, вообще как порвало выше. Конечно, он даже просто бежит. Айда, подтягивайся, Коль! Воскресенье хотя бы надо делать. Субботу, воскресенье, с 8. Тогда бы они вообще не пришли сюда. Нет, тогда уж из понедельник. Ну они поэтому пришли, наверное, 8.30 считают, думают, 8.30. Как раз грести за кое-что. Грести за кое-что, да, магазин, да, все. А он говорит, посидим, посмотрим. Ой! Еще. Нет. Молодец! Нормально! Посильнее бы. Точнее, лучше в свои годы я. А лучше когда? Коль! Когда же более лучшие годы у Радика попало? Были ли они вообще? Фомин, твой игрок был! Коль, куда пошел за игроком, блядь? Буш, до работы на фланг, Буш! Один, Никит, один! Быстрее, убегай! Тащи! Он раньше бросает. Чуть запас не появился. Ох, блядь! Хорош, Буш, хорош! Тут охренел, ёпцы, стенка. Да, он сам летел, кстати, он сам же летел, упоролся. Опасно. Не надо было так лететь, ёпта. Так сломать можно вообще. Как в столб врезался, ёпта, увидел, отлетел. Муж, бля, как стоял. Он ещё не просто, он же вот так обогнул его, как получилось. Как столб, Бетон. А Буш своему похуй, ёпта. Не, Буш такой, под пивом, оставил его. Ооо, стоящий. Балуем. Силы бетона. Но он больше не выдержит него. Ничего. Один раз он стоит, а так еще. Бал я вроде. Бал, блядь. Ты хилотнул, чтоб не его забивать. Он сам охуел, пошел с собой. У него там похоже под голубой майкой с буквой С такая. Супер Буш. Все, Марс, спокойно, один. Хорош, Марсель, хорош! Низу надо давать, Марс, значит, тоже мне как раз вообще, у меня тоже забил. Вроде, блядь, опытный парень, блядь, начинает вообще не как раз, прям, блядь, гореть пару раз, реально. Наш, А он откуда, блядь, видит-то вообще, не пойму? Откуда видишь-то вообще, судья? Ладно. А как он видит с того конца? С того конца, подвязку с головы хлопит. Ничего не поменять уже. Как не поменять? Я секунд меняли, ёпта. Два раза пенальти давали, ёпта, в одни ворота. Причем пенальти забивали, судья свистит, говорит на центр, к нему подбегает, да ты баран, он отменяет нахуй. Отвечает, пока там что, те, кого отменили, как там, блядь, отменили, на него опять бежал, он опять на центр показывает, ёпта. Это какой матч? Это же КПЛ, братан. Бывает всякое. Его отстранили сейчас на 2 месяца, говорят. Это по шее почему так же? Бля, ну а как ему не дать по шее? А что бить дают? Бля, пацаны, вы что? Айда, соберитесь, ёпты! Три минуты, ребят! До конца первого тайма. До конца жизни.
Хорошо! Выход, выход! Коль, не надо, Коль, не надо, не надо, Коль! Да, похуй, давай. Вот он, вот это вот надо. Вот сюда. Вот ушел, ушел, ушел. Все, все, не торопись, не торопись. Да ладно, у нас с Фениксом, когда бордовый, принимали по 5 минут решение. Бордовый цвет, я сейчас сердце остановлюсь. Говорят, у вас у игрока мотор может остановиться. Мы тут не банда едете. Вообще нельзя, Максим стоит. Марс вообще стоит. Не, у меня шлагой, что-то палец там откуда. Наверное, что-то есть, да? Офигенно. Хоккей, блин. Да пошел ты! Не, не, был туда. Это Польша? Че хотите? Польша вышагала? Че, реально был, что ли? Да, да, был по ноге, да, он. Да, сзади, удар был. А кто сломал его? Польша, Польша, сейчас. И что получилось? Ты кого ты, Марс, ты пошел? Марс просто стоял. Блядь, ну надо взять на я так гроду, что к концу почему подожду. Ну это гол. Ну просто закатить надо все. Ну штрафную же надо будет, а что так брать тебе? Там где магазин-то? Все, сейчас 1, 2, 3. Энергетики покупайте. Супермена? Я уже впереди, вообще здорово сыграли. Ни одного момента. Ну что, так, будет идти пешком, что ли? Не будет это функционировать? Ну, может, по одной стороне Раш, ну подтягивайте, Равшан, разрыв большой у вас. Санек, Санек, ты в магазин пошел? Пап, где? Есть подождите. Где? На скамей. Ебануться, Раф, красавец. Хорошая я скидка. Можно уже сестеть и пережив. А ты нам упадешь. А нам локомотив. Да просить техническое поражение, да и все. Все, что ли? Thank you.
Ближе! В центр, в центр! В центр, блядь! Ну, еще раз, стой! Стой! Уходи! Хорошо, хорошо, коляк! Девушка из вашей команды? А? Девушка из вашей команды? Вроде подруга чья ответственная. Ты выйди прям там! Да, выйди! Ладно, блядь, убежал на свете. С Радиком меняйтесь местами. Радик! Радик, отделись справа, защита! Да, вот защита, он там стоит как-то. Пенальти. Thank you.
Что было сейчас? Я видел. То ли опасная игра тут заметил, то ли чё. Конечно, с опасной игра то свободный должен быть. Следующий кто играет? Я не в курсе. Снимаешь для КФЛ? Снимаю для ну, пригласили команду Феникс. А, для Феникс снимаешь? Да. Ну, пригласили. Ты за Фениксом бегал? Я за Ротар. И то не основные виды операции. Да нет. У нас и фотограф, и видеооператор есть. А просто команда Феникс просто пригласила. Там того человека, который у нас снимает вратаря. Но он занят. Если приходится пока заменять его. Беги! Блять, такие моменты, конечно, реализовывать больше не даст никто. Тухло, можно так сказать. Да. Мы просто с Фениксом уже играли. Они вас обыграли? Ну, обыграли. Вообще, интересный матч получился. 2-1? Не, 3-2. Сначала проигрывали, потом сравняли мы. Потом выигрывали даже. И проиграли. А чем интереснее то, что команды завершали вообще десятером. Что команды завершали без сил? Ну, десятером. И та, и другая? Да. Сначала Феникс. Вообще безобидный, вообще второй желтый. Ну, сначала первую карточку вообще безобидный получил игрок Феникса. Когда пробивался пенальти. Конечно, он забил с первой попытки. Но пробил не по свистку. Ему дали желтую. А второй пенальти уже вратарь бил со второй попытки. И через несколько минут это уже игрока, то есть нападающего, уже удаляет потом. И сам что прикол был, это судейские решения вообще. Когда мы второй мяч забивали, то есть Фениксу. Сначала, ну, то есть игроки Феникса подумали, что офсайд был. Но хотя потом во второй видно, то, что был реально, то есть, ну, чисто нормальный гол. Но судья 5 минут, то есть они оба, то есть и линейный, и главный судья сначала показали, то есть на центр. А потом 5 минут стали совещаться после этого. А потом еще, когда еще был момент, когда удалили, то есть, ну, игрока нашего, то есть Ротарского. Типа считали, то, что типа был выход 1-1. Хотя там красной карточки вообще не было. Там как минимум желтая только была. Должна была быть. Да нет, Феникс, хорошая команда.
Играть против них можно. Можно, можно. Ну про. Ну, Фениксу, да, проиграли своими же ошибками. Фениксу. Мы, ротор. И то думаю, то, что не особо так обидно. А вы играете что-то тоже? Да я играл уже сколько сезонов отбегал, у меня ноги болят сейчас. Аделаида, да? Да, Аделаида бегал через Реал Кабронос. Светура так бегал, да. Здоровье, здоровье, нам еще с вами тоже придется потом играть. Уходите, уходите! Ёб твою. Так, да, спаун, мы же с вами 8 июня будем играть же. Специально готовы, да? Вроде бы 8 июня, потому что что-то помню, какой-то такой знаменательный день. Я знаю то, что мы играем с вами. Я думал то, что мы играем на следующей неделе с вами, 31-го. Но оказывается, вы играете с Челси на следующем туре. Значит, получается то, что 8 июня, потому что я помню, то, что как, какие-то дни получались. Я вообще слышал, у вас тут говорят, что вообще типа нет игроков. Ну, не приходит вообще мало. У нас-то? Да. У нас в том году были такие проблемы. Очень серьезные. Сниматься даже хотели. Типа не хотят? Что-то есть шаги. Сейчас смотрю под вашу игру, блин, и вспоминаю, как Ротар играл первые туры. Практически как вы. Ну, немного лучше, конечно. А сейчас если сравнить Ротар нынешний, который есть, это вообще другой. Вроде каждый сам по себе заебись. Ну, а мы вообще с старым составом играем, грубо говоря. Ну нет, у нас, конечно, есть новички. Не столько много. Вот. А еще при этом пока у нас и защиты нету. Ну, у нас пока вся линия защиты вообще уехала. Играем в резерву. Но нынешняя игра Ротар это вообще интересная. Если дальше продолжишь так играть, как вчера. Вчера с кем играли? С Таном. Че, какой счет? 4-0. Ваша победа. Угу. Да и там сам позволил, грубо говоря. Ну и команда лучше играть стала. Конечно, не скрывает то, что у нас. Иди, иди, пройди сам, пройди. У нас просто еще и тренер, конечно, появился. Что у вас, это спонсор, есть что-нибудь? У вас Ротар это... От какой-то, допустим, организации, что ли? Нет. Команда друзей. Понял. Что означает слово Ротар? Первые буквы имен. А, основатель. Да. Конечно, из основателя остался вроде только один. Если не ошибаюсь. А, даже два игрока. Нет, есть у нас спонсор. Есть. Конечно, не такой особо крупный. А что, на каких условиях получается? Бесплатно играете?
Ну, спонсоры что-то платить должны. Ну, он нам оплачивает, то есть вот эти, как сказать, что-то поле, ну, так сказать, взносы какие-то вот эти. Ну, спонсор. Аренду поле вот он оплачивает, нет? Спонсорские взносы есть, то есть, ну. Компенсируют эти даже, да, поле, форму некоторые и прочее. Ну там, как получится, так получится, то есть там. Ну вот за игры тоже вроде бы есть, как, вот тоже, если не ошибаюсь. Ну это больше капитану больше спрашивать. Я там что-то особо и не вмешиваюсь в это дело. А у вас как? У нас нет сами по себе все. Нет, у нас, конечно, тоже есть сам по себе тоже сборы. То есть, ну, за игры, то есть это все тоже. Вчера не 8:30 играли. Здесь. В 11:30. На Олимпе здесь. Здесь. Не в курсе, как этот Фобос 2. С кем-то вчера он играл. Кстати, кто-то вчера писал, что ли, что-то в группе про это. Спрашивали, результат, конечно, его. Они же тоже даже в нашей группе. То есть, ну, нашей лиге. Я говорю, Фобос это в нашей, да, тоже лиги же? Это Лига Д. Фобос тоже, да? Ну, нет, основной это Фобос, он в Лиге Б. А второй в Лиге Д. Не в курсе, если честно. Я знаю то, что вчера Турин проиграл. Чечевица 3-1. Чечевица? Турин проиграл. Чечевица, молодец. Давай полузащитник. Выбирает ход. Кстати, знаешь, у Чечевицы подбор игроков нормальный. Нет, я, конечно, не спорю, то, что Чечевица. Ну, все это нормально. Молодые все, школьники, в принципе. И немножко боковатые, может. Меня просто удивляет факт, что после того, как они получили 4 мяча от нас, они начали всех рвать. А прикол в том, что мы же с ними первый тур играли. Ну, 2-0 проигрывали вообще, 15 минут. Вообще 15 минут осталось до конца матча. Взяли 4 мяча, вплотили. Сейчас вообще интересно, это таблица бомбардиров. После вчерашней игры. У нас один хитрик даже оформил вчера. Удар. Ну, практически осталось.
В пас хоть, чтобы хотя бы точно играли бы. У вас вроде, да, взрослая тоже команда такая? Ну, у нас средний возраст 25-27. У чечевицы 20-19. 27, да? Может, тоже где-то, наверное, 27, может 25. Конечно, не в курсе, какая средняя, средний возраст. Направо, убегай, блядь, уни. Желтые. Очень опасно, что ли? Да, Очень опасно играть, что ли? Да нет. Вот который вот тут стоял в желтой майке, Лёва. Потом вообще опасно. Ну как он это, заебись играет? Он очень импульсивный, эмоциональный слишком. А есть такие, как у вас, игроки, которые кому, ну, уже настроение нет и может кого-то сломать вообще? Не, у нас доброжелательные ребята. Типа убийцы нет. Нет. Тавгаев такого у нас нет. Нормально. Все ясно. Нам прощают. Он какие-то, он старик. Да, я не помню, как это. Ну, если только не Дэшка, вроде бы. Конечно. Хотя фиг его знает. 32 команды же. Назад можно. Мне не важно. Пас!
Эх. Еще 10 минут мучения осталось. Еще 10 минут мучения. Ну, если потем, побольше. Чуть побольше они играют, чуть пусть 5 минут. Ну, они же не по 45. Хм. Ну, почему-то вчера нормально судили, по 40 минут. Сегодня что-то перебор немного. Смотрю. Конечно, вчера еще водопой был. Ну и в эти 40 минут тоже водопой все влез. То есть, грубо говоря, 35 минут мы играли вчера. Зависит, как пойдет. Так, столько и будут судить. По сути, если честно. Сели. Иди, 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 и
А не было офсайда! А мне показалось, как будто не было офсайда. Thank you.
меня так.